таких еще очень таких важных вопросов, а неважных вопросов в нашей жизни нет. Это вопрос, конечно, связан с несколько аспектов. Это вопрос, связанный с жилищно-коммунальным хозяйством. Вопрос волнует каждого непосредственно. Но необходимо отметить, что мы здесь на самом деле столкнулись с, ну, для, даже для меня, хочу сказать, ну, таким формой, беспрецедентной формой давления и шантажа по всем направлениям, начиная с 2014 года. Да, мы этой работой занимаемся полномерно, идем планово, не отступили еще ни от одного своего намеченного плана. Особое значение для нас, конечно, в этой связи является город Волгоград. Ну, это как такая, знаете, центр всех проблем, которые существуют по всей области. Но здесь они более сжаты, и они более здесь имеют масштабный характер. Конечно, очень достаточно серьезно, опять, это наследие всех предыдущих очень многих лет. Крупные долги, износ всех систем, достигающий до 100%. Да, что в воде, что по теплу, неэффективность систем управления, недофинансирование абсолютное по всем сферам. Этап есть элемент разворовывания средств, не только неэффективно, по каждому из них занимаемся, по каждому отдельно занимаемся. На мой взгляд, части передачи функций управления теми активами совершенно некомпетентным, непрофессиональным людям. Здесь необходимо отметить, что есть часть элементов саботажа тоже проходит. Мы к каждому разбираемся, по каждому принимаем отдельные персональные решения, почему это происходит. Но везде стоит один вопрос. Это, к сожалению, вопрос корысти. В основе своей неэффективного управления и корысти. Больше других я не вижу. При тех финансовых показателях, которые могли показывать водоканал и тепловое хозяйство в предыдущие годы, он достаточно мог находиться в эффективном положении. Да, может быть, он не был бы совсем эффективен, как в том понимании, которое есть без государственных дотаций, но, по крайней мере, с минимальными дотациями он мог бы существовать спокойно и с компенсациями выпадающих доходов спокойно существовать. Но когда доходы или там выпадающие сборы, они привели сотни миллионов рублей в каждое, сотни, ну, я говорю, там, в районе миллиарда, если так говорить, ежегодных, только по теплу выпадающих доходило, то мы прекрасно понимаем, что либо, ну, то есть это все комплекс, ряд определенных мер.